как ты отнесешься к переходу Алана в ФК «Деньги»? Очень хорошо, потому что он берет в этом игровую практику, если он будет, соответственно, играть, выиграть конкуренцию. Но я думаю, что все хорошо у него будет. Вот. Просто, к сожалению, мы с ним сейчас не поддержим связь, вот. Но я думаю, что у него все будет хорошо. А как тебе новый вратарь, который вам достался на драфте?